Каждая бедная семья такая. Привет. Привет. Ну что там у тебя? Куда деньги? Ну куда? Да я нашел мне. У богатого упала стопка, тут 28 тысяч. 28 тысяч? Да, я тебе отвечаю, я просто шел считал. А мы... Ты не представляешь, мы купим себе прекрасные «Жигули». Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки, мы будем богатыми. Будем покупать тапки, бабки, тапки. Мы проспали. Стоп. Это что, был сон? Каждая бедная семья такая. Я не пойду никуда. Быстрее вставай. Нет, я никуда не пойду. У нас выпуск куда? Да мне все равно. Ну тогда я тоже спать. Я на обучении домашнем. Ну тогда я тоже спать. Я буду, значит, на домашнем обучении. Все, до свидос, амигос. Каждая бедная семья такая. Миш, почему у нас воды нет? Я хочу чайник заварить. Санек, ты представляешь, сколько мы уже тут без воды живем? Нет. Мы уже полгода без воды. А, да? И чтобы помыться, нам нужно спотеть на физре. Понимаешь об этом? Угу. Что? Так, ну и что? Я не знаю тогда, как чай. А, прям до ширака будем. А, будем из доширака воду заваривать. Каждая бедная семья такая. Да, у нас вообще, конечно, старая ванная. Вот тут вода. Не из крана. Каждая бедная семья такая. Угадай, какой подарок хочу тебе подарить. Доширак. Нет, намного лучше. Огурчик. Косарь. Пойдем на ширарке закупать. Давай! Так, а у нас... Ура! Мы купили на ширарке! Три пакета! Ура! О, как же я рад! Да? Да. Ну давай, раз такое дело, пойдем в гости к богатому. Пойдем. Будем жрать дошираки. Эй, ну... Каждая бедная семья такая. Как же хорошо нам живется. Ага, я вот мячик себе нашел. Угу. Не нужно налоги платить. Ага, в кавычках. Ага. Мы уже 10 лет торчим. Чтобы помыться, нужно всего лишь там километр пробежать. И тогда помоешься потом. Ага. А потом еще километр пробежать до сюда и будешь весь помытый. И не надо... А если получишь халявные деньги, купишь себе... Доширак. Да. Ну, а если денег нет, берем яблоню и едим яблоко. Угу. Друзья, ну вот на этом и все. Если вам понравилось это видео, то давайте наберем под этим роликом за один день 10 лайков, и мы снимем вторую часть «Бедной семьи такой». А если под этим роликом наберется 20 лайков, то мы снимем вторую часть «Каждой богатой семьи такой». Ну, на этом и все. С вами был Михаил Диковский и... Санёк Мананников. Пока-пока.